А как быть, если руководитель ждет буквально с секундомером в руках? Давайте разберемся, как уйти от ответственности за задержку. Я срала, и что? Я срала на унитаз, и что? Не, почему? Что? Я должна была открыть дверь? Не, зачем? Там написано... Ну что написано? Мы можем в туалет сходить, блядь, посрать, ты понимаешь или нет? Написано, один продавец работает. Я вас понимаю, женщина. Ёбнутый, блядь, пиздец.